Не, я перееду потом, обязательно. Курва, пердали. Ненавижу мне писину. Зачем ты, урод, через 2 месяца пошел бы со своей линии? Ползи, переключаешься в мою резко. Косё. Я знаю, еле дорогущий машин. Какой-то. Гомосек. Гомосек. Боится, может. Не-не-не, он что-то делает. Что делает, неизвестно. Может, четверит, блядь? Я захожу, по-моему. Не знаю, он просто стоит. Давайте тогда кикнем, ну и нахуй. Ну да, кикнем. От сейчас. Греха подальше, а то вдруг, блядь, 4 сейчас будет, нахуй. Какого? Ну, Пана... Пабло Вентрикс. Не нашего, короче. Там еще один Ватергудс какой-то, 3 шахи подключился. Все, я выгнал. Тоже. Я задолбал это радио. Опять. Закончился. Ебать, вот это лаги. Может, он там что-то такое наспавнил? Не? Не знаю, но у меня так лагать начал. Все. Ну я кикнул, все уже. Да все уже. Слава богу, кикнули. Ну там еще один он есть, претендент на премию, ну, Дарвина. 16. Ну, лол. Блин, и он вышел. Угу. Ну это Сирис немножко пошустрее идет. Ого-го. А Сирис, ну, да, вообще. Он, блин, на поворотах классный. Вообще, лепота. А Сирис классная тачка. Не, классно на поворот ходит. Не как Нера, конечно. Ай. Блять, аж ошибка сохранения началась, а? А вот я, видишь, здесь выжил. И все. Не дал свой наград, короче, звонкова. Касармия, да. Что? К вам не подключиться, выкидывает. Бывает. Перезапусти игру. Я тебе приглас... А, ты по пригласу не можешь зайти или что? Да я сейчас через эскейп зайду, в принципе. Как это через эскейп? Через эскейп, я не понял. Ну там присоединиться тоже попробуй. Давай. Тебе прям сейчас урод свернуть надо было. Какой красивый машина у меня обосрали. Чего с тобой, голуби? Заебали вот эти задания. Все, подключилось. Ага, все. Ага, представь. Подключилось. Голуби летали, да? Машину оставил. Нет, перевернул, ты хочешь, она вся белая. Да, она белая. Вадим, это наш, да? Да, да, Алмазов. Да. Это он с нами вот сидит в канале. Мы не скажем уж прям так, чтобы очень, конечно. Да. Кто ты очень, того не спрашиваем. Кто очень, мы уже по голосам знаем. Да. Свои в это время дома сидят. Не все. Я тоже не дам. Давай побежал. Ёп! Стив! Да твой мобиль тут, как тут. Ну просто ты так уверен, увидел мою машину и дернул. Да, это мой мопед так пердит, просто жесть. Не, ну мопед смерти — это вообще нечто. Умрёшь от смеха. Блять, это ж надо такой тюнинг, а? Это пиздец. Взгляд Будды. Это пиздец полный, блин. Чё, там тачки
Да кто чё? Офис, это и грузик. Все делаем. Короче, деньги делаем. Конечно. Такие, да. Мимо мужика проехал, он там заорал. Ну, Саваш, короче. Все его так называют. Ну чё, чё? Почём Саваш? Саваш сколько стоит? 2 ляма почти. Лям 900. Где? Рядом с офисом. Рядом с офисом. Блин, он такой живой сам по себе. Мопед. Угу. Чё, каждый раз спрашиваешь, чей? Стоит, да стоит. Все, чей-то, значит, чей-то. Левый. Не твое, не лезь. Да, все свои. Как там, не твое, вот ты бесишься. Ну, вот сейчас сидит с нами один момент. Вадим, а где твоя женщина? Сейчас заходит. У меня ломоток по всему офису лежит. Сколько у тебя денег? We gotta make some deals? 160. Лол, это совсем не по всему офису. Это да. Вот лямчиков. Так, это 8, 10, ну да, свыше десяточки вообще забавно. Да, там у меня аж прямо в другом кабинете валялись денежки. Угу, и в этой, и в коптерке тоже бабки начинают на полу валяться. Ну да, в эти, в апартаменты. А, мне аж купил позже апартамент. Сначала потратил в апартамент. Президентом не попробуй, уже 27 косарей стоит. А вот у меня тоже такая хуйня, только становишься президентом, сразу бабки... Вот, хорошо напомнил мне. Ёпта. Вот только зашел. Чё там у меня? Эх, так, не любите, Сергей. Надо чекнуть. Как быстро Сергей тварь жрёт. Чё? Не, мне кажется, JT он... Сырьем приторговый, чума несчастный. Да ебал. Ну точно. Прыгай несчастный. Я притащу сырье, куплю его. А возьмет его приторговый. Кровом. Козлый. Ну не, через прыгаю. А мне больше нравится, чем еще с этой девушкой. Эй, царь бог. Блять, заебало это сохранение. Я сейчас же фиксарю куплю, что сделаю? Это в курвом сети. Спасибо. Пресвятая курвома. Да спасибо, нация. Ошибки сохранения.
левый? Раз, два, три. Организации целые подключились. Офигеть. Клан. Клан? Да, видишь. 4 человек собрал клан. А ну видишь, походу с какого-то задания пришли. Может, с ограбления? 4 человека. Мне надо с ограбления. Это я написал. Ну уж не русский. Ну, транслитом напиши его норм. Ну, так. Так, один вышел. Ничего, что с вами по-английски. Остались три. Может, один вот как раз хост вышел. Может, на траву сейчас. Европа плюс слушаем, будет слава называть. Entertainment Stage. Пошу с человеком. Ну, по-русски говорить. Чувак рядом. Ну, я его догоняю, такой, воу, ты погнал, как почесал на все. Не, мотак-то это вообще-то у тебя. А если я вертолет взорвал, его где чинить? Не надо его чинить, через 2 минуты новый. Там через N транспорт шеф. Фух, слава богу, успешное сохранение. Какой-то другой вышел, а эти так не выходят, суки. Заставим сейчас. Поп ушел, значит, он не хост. Сколько стоит кокс или мед? Какой лучше покупать, дорогой или дешевый? Короче, кокс прибыльнее, с него 420 тысяч маржа. Если хочешь не в ебеня мотаться, в городе предприятие иметь 4 миллиона. Вау. В ебенях 3 миллиона, в самых... Самый дешевый это посередине. Где у меня стоит? Да все равно те же самые там группы.